Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и у меня какое-то дежавю, потому что эта серия начинается так же, как и прошлая. Вы помните, я сохранился, а потом пришел чужой и нашел меня. Я увидел здесь шкаф, короче, и спрятался в нем, и теперь я буду сидеть, пока не узнаю, где ходит эта падла. Я должен знать, где она находится. Если я узнаю, где она находится, мне будет гораздо проще идти в своей цели. А вот и она! Только что вот его хвост промелькнул под людский этот собачий, этот непонятный инопланетный космос. Космос, говорю, хвост. Так, отлично, он ушел. Поползли. Поползли полегонечку. Главное, чтобы он сюда назад не вернулся, иначе будет беда. Прям ползем очень-очень тихо. В принципе, даже можно... Подождите. Ой, нет, не то. Кинем сейчас бомбу ему туда, чтобы он в ту сторону шмальнул. А сами пойдем в эту. Кинь бомбу, на! Нахер я так сделал, кто-нибудь мне скажет, нет? Вон туда, короче, беги, чувак, вон туда. Он же пойдет туда? Или не пойдет? Лошара! Тихо, 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 тихо. Вон туда еще одну. На! Отстань от меня, короче, пес. Пес, все, отвали от меня. Беги в другую сторону. Я просрал все дымовые бомбы свои. Так и какие дымовые они эти, скоростные, звуковые. Зато я в безопасности. Почти. Но не такой уж он и страшный, если разобраться, если правильно пользоваться грамотно бомбами, то все будет хорошо. Твою ж мать, ты-то тут откуда взялся еще? Револьвер где? Сейчас стрелять придется, наверное, по-любому. Да и насрать, в принципе, погнали. О, отлично, дверь открылась. Проваливаем отсюда. Фу, заставка пошла. Я жил, жив я, жив, живая, жива. Жива моя старушка. Спастись! Нормально вообще, куда спасаться-то? Пробежать туда. Каким образом? Погнали. Тихо. Спасаюсь. Я правильно спасаюсь? В эту сторону надо спастись. Да, погнали. Ну, здорово, чувак. А, есть что полезного? Нет, один хлам у тебя. Тут что? Зубной кабинет. Тут чего? Опять один хлам, что ты будешь делать-то? А в какую сторону спасаться-то, я не понял? А, не туда. Ну ладно. Надо куда-то дальше спастись. Почему она заперта? А это почему не работает? Как спасаться-то, алло? Что-то я не понял. Сюда, что ли? Нет. Может, что-то снизу, сверху? Ты чё, уже лужу, что ли, надудела? Мать, ты чё, одумайся. Не все так страшно. Может, какая-то где-то вентиляция там или что-то типа того? Под тобой нет? Да нахер мне ваша медицинская страховка? Она от чужого все равно не поможет. Страховку и медицинскую приобрести. Что ты? Так, а у меня, по-моему, здоровье кончается сейчас немножечко так. Ну как немножечко, нормально, конечно, кончается. Здесь где-то есть вентиляция, по-любому. Спастись. Неплохо так. Сейчас спасемся. Ой, и тут все закрыто, ты посмотри. А это что такое? Аптечка, где аптечка? Ой, целую аптечку подобрал. Так, спокойно, давай-ка залечимся маленько. На, быстрее аптечку юзани.
Ты использовал ее, нет? Все нормально. А что это за такая херня-то красная? Можешь в нее стрельнуть? Нет, не работает. А, лестница вот есть. И как ее взять? Тихо-тихо-тихо-тихо. Во! Красава, давай! Вот оно как надо спасаться-то оказывается. Полезли. Е-е-е, давай-давай-давай-давай, подтягивайся, мать! Подтягивайся, ты сильная, я знаю! Давай-давай-давай-давай-давай, перемещение вверх, а во! А я на Е нажимаю до сих пор. Все, давай, лезь по проводам, давай как пирэдж! Прям по-любому, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Хорош! Красава моя! Давай-давай-давай, выше-выше-выше, вверх-вверх перемещение, куда, что нажимать-то? Ползи-ползи-ползи, старуха! Ползи, тварь! Нет! Только не падай. Все, уж почти прилезли, что ты? Опять дед чужой там появился, что ли? Ты что, дура, делаешь-то? Е, быстрее, 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 быстрее. Хорош. Вверх перемещение. И в шахту. Нормально. Подфартило, пронесло, походу. Нормально все пока. Держимся, живем. Пока все спокойно, пока все тихо. Пока только аптечку бы надо нам залечить. Еще свою жопу-то. Будет вообще замечательно. Все, а паника кончилась. Паники никакой нет. А зачем нам паника? Мы выиграли, мы спаслись. Мы красавцы вообще. Сейчас как в Dark Souls нажать на какую-то кнопку там. Эй, автоматом. И вибрация. Не, на джойстике в эту игру нереально играть. Вы чё, я бы никогда в жизни не прошел вообще ее на джойстике. Я бы обосрался 7 раз и сломал его, наверное. Чё, я до сих пор в шахте, что ли? Опа, чё это? Вещество. Дыдыцк! Я спасся. И музыка пошла. Музыка пошла, которая говорит мне, что я выиграл. Открыто достижение в ловушке. А, окей. Против андроидов используйте одновременно различные устройства. Да, против них надо использовать, просто он два раза дал им в шлем и все. Шум сверху или снизу указывает на то, что рядом кто-то есть. Это мы уже прошарены в этом деле, нас этим не испугать ни в коем случае. Мы это все прекрасно знаем, понимаем. Отнеси медикаменты, Тейлор. Отнести. Так, спокойно, надо аптечку юзануть, наверное, мне. Аптечка. Не-не-не, просто юзануть. Просто заюзать ее, давай. Опачки. Найти запасной лифт. Ну, я так понимаю, просто по шахтам надо шкериться сейчас. В принципе, здесь везде огонь, чужой подойти не должен, уже боится огня. Должен, по крайней мере, бояться огня. По-любому он должен бояться огня, он же чужой, он ему все это чуждо. Опа. Чужой он, чуждо. Все логично, чё. Опа. Фу, спокойненько, ребятки. Ты, я думал, кишки чьи-то валяются, а нет. Опа, этанол. Нормально, пока все. Куда идем-то? Просто идем. Пока просто идем. Пока без карты, без цели, просто лазим по сраным шахтам. Пока все. Че, угораешь, что ли, опять чужой? Да ладно. Да перестань, сколько можно меня им пугать-то? Ты че так до конца игры постоянно за мной будет чужой, что ли, бегать, или че? Детали не хватает. Будем чинить. Какой детали? Найти цилиндр сжатия для лифта. Правильно. Требуется ремонт. Окей. Спокойно. Без паники. Они его просто убили, а потом сами сдохли. Поэтому заткнись и успокойся. Вот те раз. И где эта херня? Че это? Ну окей, погнали. Я стрелять в них не буду ни в коем случае, мне это нахер не надо. А то чужой придет. Потому что он где-то есть. Может, что-то покрафтить пока? Генератор давайте скрафтим. Все нормально. А, точно, в прошлый раз значит, места просто для него не хватало. Давай еще один. О, нормально. Еще бы надо аптечку одну скрафтить на всякий пожарный.
Во! Вообще нормально крафтили, ты смотри, что происходит. А что, еще один можно? Красава вообще. Все отлично. Так, что, в шахту пойдем? Пойдемте в шахту. Опа. Так, надо найти, короче, что там надо найти нам? Нам надо найти цилиндр сжатия для лифта. Надо что-то сжать кому-то. Надо сжать свои яйца в кулак сейчас и потом уже найти этот цилиндр. И тогда все будет хорошо. Опачки. Махоуни, слава богу. На нас напали. Головорезы. Я все видел в камерах движения. Ко мне подняться сможете? Нет, мы в западне. Лифт не работает. Почините его. Рядом с вами склад деталей. Там есть все необходимое. Мы не знаем, где там искать. Там андроид на плечи. Включите его. Он охренел? Тут Питерсон интересуется. Ты там не охренел? Андроиды нападают на людей. На туре. Вполне безобидно, если не нарушать правила. Поговорите с андроидом на выдаче. Он подскажет, как починить лифт. Так, я так понимаю, сейчас цель обновят, что ли, или что? Вот сволочь. На туре, вот упырь. Интересная теория, но я не собираюсь ее проверять. Подожди, а может быть подождать, пока они сами возьмут этот сраный прижиматель и потом, короче, у них его отнять. Так же можно? Закурить бы сейчас. И не говори. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Так, давайте лазить под землей. Под землей безопасней. Правда, пишут, что вы можете прятаться в шахтах, но там не так безопасно, как вам кажется. Но на это мне насрать. Мне сейчас надо попасть в какой-то склад, включить, или лучше вообще не включать андроида. А просто, короче, наугад. Да она же по-любому разбирается, она же сварщик, она должна разбираться в этих компонентах. Что будем делать? Погоди, дай подумать. Подумай, что подумай. Что это за грохот? Как считаете? Взорвалось что-то. Это я и сам понял, умник. Что рвануло-то? Да, небось, ловушка Уэйтса. Я слышал, он рассовал повсюду бомбы с дистанционным управлением и пытается так прикончить монстра. Идиот. Может, и правда он, а еще говорят... Так-то не идиот, нормально все. ...возле торговой галереи. Может, туда пойти? Ну нет уж, спасибо. Я ж говорю, этот придурок взрывает все подряд. Нам уже не приходится выбирать. Заткнись и дай подумать. А их можно же отсюда, наверное, пострелять всех, да? Ну сюда потом чужой залезет, убьет меня. Я не хочу. А это что такое? Херня какая-то. Я сейчас куда-нибудь вылезу по-любому, только непонятно куда. Во, куда-то вылезу. Я надеюсь, никому-нибудь на голову там или под ноги, прикинь, вылазишь, а там чувак. Гости. Может, тварь услышала выстрелы? Да ладно тебе. А ну-ка, без паники. Прорвемся. А где они? Держи ухо востро вот и не зевай. Ты дура, короче, вылази отсюда быстрее. Вот! Вот! Где я? Зачем я вообще на это подписался? Контракт, наверное, чувак, деньги там. Алчный ты, падла. Где я нахожусь-то вообще? Ладно, сейчас разберемся. Сейчас главное вообще нормально все действовать. Не надо лишних слов. Просто ищем сраный сжиматель и все. Сейчас мы его найдем. Андроида на выдаче сейчас включим вот этого. И он нам все покажет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Во, все нормально. Где этот андроид? Это же склад, правильно я понимаю? Опа! Вот оно. Это нам будет полезно. Так, хорошо. А и что? Ничего. Окей. Без проблем. Компьютер. Вот! Сейчас мы в компьютере сами пошарим. И все найдем. На-ка. Так, давай-ка. Нечего на меня так смотреть. Не ори. Так, ошибка, файл поврежден. Докладывает Смит, глава... Да что ж ты будешь делать? Глава разработки андроидов. Только что получил схему модели 120А разделить на 8. Не знаю, сколько планет платят нашему шпиону, но платить надо еще больше. Может, для Вейланд Ньютона это и старые технологии, но мы что-то подобное еще не скоро сами придумаем. Нам нужны инвестиции, хотя руководство и акционеры об этом и слышать не хотят. Мы отстали от Вейланд Ньютона на световые годы. Окей?
Смит, это Ренсом, я тут проглядел твой отчет об андроидах в Эйланд-Ютоне и предложение по улучшению андроидов Сиксон. Что я могу сказать? Я ценю вложенные усилия, но мы с тобой живем в разных мирах. В твоем мире сплошные противопоставления и оценки. В моем — номера люкс и роскошные костюмы. Короче, дружок, я делаю так, как выгодно мне. А тебе я понял не за твой профессионализм. А тебя я нанял не за твой профессионализм, а за то, что ты недорого стоишь. Просто найди способ сократить расходы. Окей. Понятно. Короче, здесь все жлобы. Опа. И все хотят только ради своего собственного благосостояния наживиться, наживаться, вообще насрать на комфорт людей и на все остальное. Просто надо получать много денег. Такие они. Они, в принципе, все такие. Бизнесмены, предприниматели, манимейкеры, они все люди злые, им насрать на вас, запомните. Если вам кто-то предлагает какие-то деньги на халяву, или вам кто-то предлагает быстрый-быстрый способ заработка, прям реально ничего не надо делать, ничего никогда в жизни не надо делать, никогда в жизни в это не верьте. Ни одна работа не приносит вам денег, если вы не будете ничего делать. Ни одна в жизни вообще, ни одна. Это я вам серьезно говорю. Потому что даже если вы получите какие-то свои копейки, тот, кто вам предложил, получит в 17 раз больше по-любому. И причем он будет наживаться лично на вас. Опа. Здесь чего? Так, речь для рабочих. Да что ж такое-то сегодня? А Рассел, к нам сегодня придут потенциальные клиенты. Что скажешь? Если они не клюнут, спейдинг меня повесит. Добро пожаловать, господа. Мы рады приветствовать вас в самом сердце Севастополя Synthetic Solution. Далее в программе технобашня и само ядро Аполло. Но прежде предлагаем вам полюбоваться тем, как осуществляется автоматический ремонт андроидов. Если повреждение невозможно устранить в локальной ремонтной мастерской, андроид обращается сюда. Ой. Ой. Перед вами пример полностью автоматического техобслуживания андроидов без участия человека. Все данные направляются напрямую от Аполло, и все действия фиксируются в журнале. Мы уже в будущем, господа. А Рассел начальство хочет полную опись того, что хранится на складе запчастей. Там есть и полезные штуки, и хлам. Да, оценка стоимости им тоже нужна, Смит. А где это находится-то? Так, ошибка. Окей, на складе где-то что-то есть. Я так понимаю, мы на складе находимся, в конце концов. Но где же найти самый прибор-то? Зато здесь есть хранение. Это уже меня радует. Опа. Сохранение в этой игре просто божественные какие-то островки безопасности. Нет. Не островки безопасности, они просто здесь есть. Но еще не факт, что там безопасно. Нам в самом начале это предупредили. Типа, опа, а что такое? Дымовая шашка, отлично. Так я, это я сейчас на складе нахожусь или нет? Мне кто-нибудь объяснит? Ну, походу я на складе. Только вот на том ли, на котором мне надо находиться, это не факт. Но мы сейчас с этим разберемся. Там эти пацанчики... Ой, опять я спустился вниз. Зачем? Закончилась спокойная жизнь, ребятки, хочу вам сказать. Это плохо. Вот, хранилище синтетическое. Отлично, я нашел его. Этих, короче, по-моему, убили, товарищи. Они теперь мне больше не помешают. Да и, в принципе, в этой игре убивать людей не надо. И если они не нужны, их убьют сами помрут. Придет чужой, накажет их, расскажет им все, и они умрут. Ой, что, клея слишком много, что ли, аптечку? На аптечку не хватает вещества, а что ты будешь делать? А я еще чем-нибудь пользуюсь вообще? Ну и ладно. Да как так-то? Дайте что-нибудь сделать-то. На коктейль не хватает ничего. На СУ тоже не хватает. М-мина не хватает. СШГ не хватает. Дымовая шашка не хватает. Вообще ни на что не хватает. Представляешь, нет? Не, давай в компьютер потыкаемся. Да перестань ты. Вот. Сейчас нам напишут, где находится эта херня. Ошибка. Вместе к светлому будущему. Сиксон, освоение космоса официальное. Так, а это мы читали с вами первую и вторую часть. Первую и третью, по-моему, это как раз не читали. Наш невероятный рост. Компания Сик и Сын стала главной опорой человечества в ходе колониальной экспансии. Она поставляла бесценные компоненты для кораблей, на которых люди отправлялись исследовать дальние уголки космоса. Эта роль позволила компании существенно вырасти в размерах. И к 2066 году она располагала обширными заводскими комплексами в Лондоне, Буэнос-Айресе, Нагасаке и лунном форпосте Шикард в Аргентин. К 2071 году это был год,
Когда компания выкупила акционерную долю у семьи Сигов, рост продолжался в геометрической прогрессии, под завистливые взгляды конкурентов Сиг и Сын заняла лидирующее место в области производства автомобилей, химикатов, образовательного оборудования и стройматериалов. Под конец прошлого столетия было принято решение, которое определило нашу судьбу. Сиг и Сын стал называться Сигсон. Мы взяли имя, под которым наши клиенты знали нас уже много лет, и повернулись лицом к светлому будущему, которое ждало нас среди звезд. Прям ах! Смит, это Спеддинг, к нам сегодня придут большие шишки, ты все отрепетировал? Мы просто обязаны произвести впечатление. Говорят, они последние, кто заинтересован в приобретении андроидов со станции. Если вместо этого они решат купить модели в Уэлленд-Ютоне, Сигсон не даст нам обещанную работу на Земле, так что смотри у меня, паскуда. Без проблем. Правда, это не ко мне обращались, но все равно, погнали. Мы находимся на складе, я отвечаю. По-любому. Жопой чую. Склад запчастей. Да, я на нем нахожусь. Все отлично, сейчас найду. По карте я нахожусь в зале запчастей. В складе. Но тут что-то закрыто. Пропуск нужен. Ай, да? Ну, конечно же. А где его взять? Не, наверняка где-то тут. Андроида надо запустить. Если я ничего не нарушу, все будет нормально. Я же недавно сохранялся. Давайте его запустим. Просто других вариантов нет. Вставить подачу энергии. Да что ты будешь делать-то? Найти способ включить андроида. Сейчас этот... Говнюк придет, да? Это ничего не нажимается. Где-то должна быть энергия включаться. Открыть дверь на склад, найти способ... Да ты че? Да ты дурак, что ли? И даже кружочка мне не обвели, представляешь, что куда надо мне, короче, ехать, идти, ползти, скитаться с жопой, чертить по этим грязным, пластмассовым, но в идеале железным, короче, местам. Так, я откуда пришел? Я с той стороны пришел, мне сюда надо. О, еще одна сохраняшка, замечательно. Давайте сохраню. Сохраняться надо постоянно, всегда, каждый раз, когда ты что-то видишь, надо сохраняться. Да, перезаписываю, мне вообще насрать, врагов рядом не было. Что это такое? Ой, я что-то улучшил. Нихера себе. Мое, короче, устройство теперь улучшено. Опа, пропуск. Отлично. А, это жетон какой-то обычный. Ну да ладно. Так, смотрите, у меня теперь есть улучшенное УРД. Управление радиодатчиком. Наверное, какая-нибудь так расшифровывается. Осталось, короче, найти, куда это УРД применить. Но... Но! У нас энергии нет. Я не знаю, как ее включить. Вообще не знаю. Может, теперь улучшенный ОРД сможет ее включить? Да вряд ли, наверное, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, давайте попробуем в вентиляцию сходить. Может, она нас куда-то приведет? А, она насквозь просто, да? Черт. И как я включу эту сраную энергию? Ну да, она просто сквозная, она, он идет по карте, шти туда. Но у меня какой-то пропуск есть. Подар... А, я жетон какой-то взял. Для чего мне этот жетон? Может быть, в этом жетоне какая-то ценная информация, например? Ну-ка. Тап-архив где-то был у меня. Вот. Как это посмотреть? Идентификационный код 1453. А, ну окей. Может пригодится когда. А может и нет. Где-то еще чужой падла ходит. Вот это я слышу. Вот это плохо. Вот это плохо. Но если я не буду бегать, он меня не найдет. Пропуск нужен ему. Какой тебе еще пропуск? Наверх. А, наверх. Точно, мы же по этой лестнице еще не лазили. Там наверху что-то есть. Вот. Подача энергии сейчас будет восстановлена. Но сначала мы здесь все облазим, во-первых. Использовать УРД, давай. Она улучшена была. Ну, как тут сложно стало. Ты, она стала быстрее работать, короче, нахер ее так улучшил-то? Она времени меня вообще не оставляет. Окей. Окей. Все нормально. Патрончики.
компьютер. Да встань ты, чё я тут на коленках ползаешь еще у меня. Не делай так больше никогда. Так, андроид со склада. Спэддинг, раз уж ты меня уволил, придется тебе теперь самому замарать руки. У ребят, которые занимаются демонтажом Севастополя, есть доступ к складу припасов. Но нужно составить полную опись всего, что там есть. Так что тебе понадобится складской андроид. Включи его, выпусти его из коробки и смотри, как он вкалывает, прям как я, да? К тому времени, как ты получишь это сообщение, я буду валяться в баре Гиллана в стельку пьяный. Работать на тебя было сущим адом, да ты и сам знаешь, это увольнение самое радостное событие в моей жизни. Окей. Спэддинг только что опять пожаловался на неработающий лифт у выставочного центра андроидов. У моих ребят сейчас дел по горло, так что мы не успеем его починить. К прибытию твоих важных клиентов. Если Спэддингу так хочется, чтобы его заявку обработали в первую очередь, пусть перестанет вести себя как капризная девка. Там работа-то расплюнуть. Я могу сходу тебе сказать, где взять нужные детали. Они на складе запчастей, ряд первый стеллаж Б. Если сам не даешь, проси складского андроида, только меня не доставай больше. Так, ряд 1, стеллаж Б. Понял? Ряд 1, стеллаж Б. Так, это все про покупателей. Ряд 1, стеллаж Б. На складе лежат. Без проблем, погнали. Ряд 1, стеллаж Б. Надо записать. 1Б. 1Б. И все нормально будет. И я уже запомнил. Я никогда в жизни этого не забуду. Понимаете? Записывать на самом деле не так... Точнее, записывать очень полезно. Правда, когда вы запишете, вы больше никогда в жизни особо не посмотрите. О-о-о! Окей, понял. Потому что, когда вы записали, у вас мозг уже автоматически все это запомнил. Поэтому вам не надо будет никогда в жизни туда на листочек смотреть. Но это очень полезно. Так, отлично, еще одна сохраняшка. Нам сейчас надо, судя по всему, какой-то газ выключить там. Выключить газ, потом туда пробраться. 1Б. Видишь, я даже уже без подсказки смотрю, 1Б все знаю, потому что... Это что такое? Это надо что-то включить, да? Опа. Так, вот эта херня. Буква Е. Какая-то... Параша. И вот это вот. И что будет? Открыто достижение пропуска охранника Сиксона. Я сейчас что-то глупое сделал, да? Прям такое дурное, что не надо было этого делать. Или я подачу энергии установил? Окей, погнали. А почему же ты не можешь зайти туда-то? Или теперь можешь? Нет, там газ так и есть, да? Да, нужен противогаз какой-то. Плохо. Ладно, полезли. Так, ну я, судя по всему, то ли энергию, короче, подал, то ли что-то сделал. Теперь мне надо включить заводского андроида. Правда, нахер мне его включать, если я без него могу дойти? Я же знаю, где это находится. А у меня пропуск не необходим, конечно. Может, у андроида его отобрать? Что-то давно нашего этого слюнявчика не было. Меня это уже не радует. Слюнявчик был таким классным. Что-то скрипится. Только без глупостей. Если что, я уже в шахте. У него глаза. У него глаза белые. Цилиндр сжатия. Во, нормально. Склад запчастей. Ряд первый. Стеллаж Б. Пройдите за мной. Да это я знаю, погнали. Постараемся не шуметь. Давай ты потише будешь идти. Давай на картах вместе с тобой погуляем. Его сейчас убьют, а потом надо будет у него пропуск забрать. Или он сейчас откроет дверь, его убьют, а мне потом надо будет в панике, короче, вместе с чужим пытаться добыть этот сраный стеллаж найти. Скорее всего, сейчас андроида убьют. А мне придется прятаться. А, так ты код знаешь, нихера себе ты блатной. А тут и прятаться-то особо негде, подожди. Ты куда ушел-то, друган? А, вон ты. Мы пришли. Цилиндр сжатия находится в самом конце этого ряда. А сейчас он помрет. Отвечаю, смотри, там ток. Он сейчас убьется. Само собой. Это было предсказуемо. Может это отключить? Это же можно отключить. Да нахер мне, я пойду лучше он... А тут есть, да, такая сплошная пройти, если мне...
Например? Можно же как-то вот здесь пролезть по-любому. Меня эта шахта должна вывести на ту сторону. Херушки там! Вывести она меня должна, конечно. А это так по всей плоскости, да, этого, я так понимаю, здания? Ну, давайте попробуем вверх. А меня-то что не поднимает? Чё это? Да вверх я нажимал, отстань. Вверх. Вверх. Чё-то ничего не понимаю. Да вверх, говорю, ну что ты вниз-то мне тыкаешь? Вверх. Давай до упора вверх поднимем. Ну что-то появится. Закрыто все, короче. Ну хорошо. Давайте искать другой путь. А это что? Какая-то сложная загадка. Вверх. А что это вообще делается-то, я не понимаю. Хрень какая-то, буквально. Что-то загадка прям какая-то на миллион. Чувак, ты чего упал? Допрыгать она не может, да? Естественно, не может. А что это двигается-то? Мне кто-нибудь объяснит, нет? Что-то меняется от этого? Какие-то панельки появляются. А, если могу сюда пройти. Ну, допустим. А если меня вверх поднять? Ну-ка. Нажми-ка на меня. А, ты вместе со мной не хочешь нажать? Странно, странно, странно. Странновато. Вниз. Закрыто. А что будет, если их все опустить? Или все не получится опустить никак? Чудеса какие. Давай все вниз опустим. Может, что-нибудь получится. Других вариантов я не имею. Вообще не понимаю, что делать. В самом конце, говорит, находится. Ну, замечательно. И чё? А, во, смотри. Вот я дурень, короче. Всего-то надо было лучше пройти. Тихо. Так, вот это, да? Нет, нет. А, опустить надо, наверное. Здесь где-нибудь валяется эта хрень. Вниз. Еще вниз. А, ряд 1, стеллаж Б. А где стеллаж Б-то? Он где подписан? Во, стеллаж Б. Где мне это взять? Во. Он, наверное, открылся, да, где-то? Да вверх, ты дурень, что ли, какой? Вверх. Еще вверх. Еще вверх. Во. Отлично. И что, электричество? А, я электричество выключил. Ну я молодец. Теперь надо вернуть цилиндр сжатия на место. Спокойненько. Сейчас появится чужой. По-любому. Поэтому прежде чем отсюда выйти, надо сохраниться. Надо сохраниться, и все будет хорошо. Прям вот тут. Может, я там еще и газ какой-нибудь выключил? Тоже было бы неплохо. Где тут сохранение-то было? Вот оно. Ууу, нормалек, нормалек. Загадочку решили какую-то. Мы прям это вообще. Только так. Давайте-то на этом мы на сегодня закончим. Там газ-то не отключился у нас. Не, ничего не отключилось. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.